Хей, hey, это Ренко. Готов поспорить, ты даже не подозреваешь, что на твоем аккаунте в Steam лежит 500 рублей. Сейчас расскажу тебе, как и откуда их достать. Если ты играешь в Доту и твоему аккаунту уже хотя бы 4 года, то скорее всего сейчас ты сделаешь изи мани. Итак, для начала предыстория. Приблизительно в 2016 году мне после игры выпал предмет, но уже тогда их нельзя было продать и обменять. В тот момент я посмотрел его цену на торговой площадке, и она была в районе 200 рублей. Я подумал, жаль, что его нельзя продать, и забил на долгие годы. Уже в 2020 году я заметил, что у этого предмета есть кинетик – Fireborn Assault. Вытащил его предметом Artificer Hammer и продал за 500 рублей чистыми. Чтобы сделать это видео, я попросил у друзей и знакомых скинуть мне ссылку на их инвентарь. И что же я нашел? У половины таких аккаунтов я увидел точно такую же ситуацию. Для примера покажу на 5 аккаунтах. Заходим на первый. В поиске инвентаря пишем кине. Находим точно такой же клинок на Джаггера, с таким же кинетиком, который выпал и мне. Сам предмет нельзя продать и обменять, поэтому просто вытаскиваем кинетик и продаем его на торговой площадке в среднем за 500 рублей. Второй аккаунт. Также в поиске пишем кине, находим два предмета. Оба нельзя продать и обменять. Кинетик из первого предмета стоит всего 7 рублей. Из второго предмета стоимость кинетика составляет уже 78 рублей. Третий аккаунт. Находим три предмета. Каждый из них также нельзя продать и обменять. Проверяем стоимость их кинетиков. Первый стоит всего 2 рубля. Второй также дешевый, в районе 3 рублей. Теперь последний предмет. В нем целых 2 кинетика. Первый стоит 47 рублей, а второй 32 рубля. Четвертый аккаунт. Находим также 3 предмета. По всей видимости, это просто распечатанный сет. Проверяем стоимость кинетиков. Первый 15 рублей, средняя цена. Второй 10, третий 47 и последний всего 5 рублей. Теперь последний, пятый аккаунт. Пишем в поиске кине и находим 3 отдельных кинетика, а также предмет с кинетиком, но его можно продать и обменять. Такие нас не интересуют. А вот последний предмет, это как раз то, что мы ищем. Меч на Джаггернаута, который нельзя продать и обменять. И в нем также кинетик Fireborn Assault за 500 рублей. Подытожим, если ты играешь в доту и твоему аккаунту хотя бы 4 года, то большой шанс того, что у тебя также выпадали похожие предметы с кинетиками. Прямо сейчас проверь свой инвентарь. Также ты можешь поискать в нем скины с автографами, минимальная цена которых сейчас составляет 11 рублей. Для этого также в поиске напиши слово «Auto». Повторюсь, вытаскивать кинетики и руны нужно предметом Artificer Hammer, который покупается в самой игре всего за 1000 осколков. Если ты нашел у себя в инвентаре такие вещи, то напиши в комментарии, похвастайся уловом. А также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Всем прибыли, ребятки. ГГВП.